Сотрудниками полиции Ленинского городского округа в результате оперативно-розыскных мероприятий вблизи лесного массива поселка Петровская задержана 36-летняя жительница города Москвы, подозреваемая в сбыте наркотических средств. При личном досмотре в правом кармане куртки задержанной обнаружен сверток, внутри которого находилось 40 полимерных пакетов с веществом светлого цвета, общим весом около 40 граммов. Согласно заключению эксперта, содержимое двух свертков является наркотическим средством – мефедроном. Распространение должны где были? Метро Орехово. Метро Орехово. А сами проживаете вы где? Метро Зябликова, Красногвардейском. Красногвардейском. Ранее судимы? Нет, ранее судимы. Ранее не судимы. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Остальная часть изъятого будет исследована в рамках возбужденного уголовного дела. Видновским городским судом фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.